привет, дорогие друзья, из дождливой Алании. Меня зовут Анастасия, я живу в Алании, в Турции уже более 10 лет, и на моем канале вы можете увидеть много интересных и полезных видео о жизни, отдыхе и работе в Турции. Сегодня мы с вами отправляемся в Анталию, и я вам расскажу много интересных и полезных деталей, как лучше, на чем, сколько стоит, откуда. Ну, в общем, все самое важное и необходимое для того, чтобы путешествовать по Турции на общественном транспорте или на автомобиле. Сегодня мы едем в Анталию. Меня зовут Айхан, привет. И сейчас мы находимся на заправке. Evet, şimdi bir petrol istasyonundan petrol aldık. Ben size Türkiye'deki petrol fiyatlarını söyleyeyim. LPG 3.20-3.85 arasında fiyatlar. Benzin fiyatı 6.80-7.35 arasında değişiyor. Motorinde 5.80-6.30 arasında değişiyor. Заправочные станции в Турции находятся, ну, если говорить о трассе, то практически на каждом километре. И на таких заправочных станциях, вот эта заправочная станция новая, есть, например, магазин, туалет. Конечно же, можно покушать, что-то купить, заправиться бензином, выпить чаю, кофе и отправиться далее туда, куда вам необходимо. Arkadaşlar biz bir yere giderken kahvaltı yapmak için genelde böyle fırın tarzı bir yer yiyoruz. Poğaça ve börek yiyoruz. Bazen simit peynir yiyoruz. Ama bugün börek yemeye karar verdik. Evet, poğaçaları 2 lira bir tane. Börek 4 lira. Çay 2 lira. Когда мы куда-нибудь едем, ну и также иногда в офисе на завтрак мы едим вот такие вот булочки. Они очень вкусные, и они бывают с разными начинками, с сыром, с картошкой, с оливками и так далее. Но обычно, когда мы куда-то едем, мы останавливаемся в Конаклы. Сейчас мы находимся в районе Конаклы, и всегда останавливаемся в этой пекарне, чтобы купить булочек, ну, в общем, чтобы позавтракать. Вы уже видели, сколько всего вкусного здесь есть, поэтому голодными вы точно не останетесь. В этом видео я также поделюсь с вами 10 советами о том, как путешествовать по Турции и на чем. И самое первое, о чем вы должны подумать, когда вы собираетесь в путешествие по Турции, это на чем вы поедете, зависит от того, куда вы поедете, зависит от того, сколько у вас есть времени, хотите ли вы осмотреть достопримечательности по пути, или вы полетите или поедете из точки А в точку Б. Поэтому самое главное понять, откуда и куда вы хотите поехать, сколько у вас есть времени, какими средствами вы располагаете. Ну и, конечно же, после этого уже нужно делать вывод, на чем ехать. О транспортной системе Турции можно сказать, что она развита очень хорошо. Это касается и дорог, это касается и самого транспорта общественного, такого как межгородские, городских автобусов. Автобусов, которые возят пассажиров по всей стране, это касается самолетов и так далее. Поэтому, друзья, прежде чем выбирать то, на чем ехать, подумайте, куда вы поедете. И об этом я расскажу, конечно же, чуть позже, но цены на общественный транспорт в Турции достаточно низкие. Это касается также и авиаперелетов. Конаклы – это один из небольших микрорайонов Алании. В Алании на самом деле... Многие из вас удивятся, но Алания является районом Анталии, а в самой Алании 110 микрорайонов.
Многие микрорайоны, такие как Оба, Махмутлар, Конаклы, Афсалар, Куджалар, туристические микрорайоны вам знакомы, но Аланья настолько большая, что состоит из 110 микрорайонов, и большинство этих микрорайонов – это так называемые деревни, поселки, которые расположены в горах. Поэтому, когда вы думаете об Аланье, не думайте, что Аланья – это только море, солнце и пляж. На самом деле, вот именно сейчас, в феврале и зимой, в Аланье в горах, буквально в 30 минутах от центра, очень много снега. Многим из вас эта дорога очень хорошо знакома. Это дорога, которая соединяет Анталию и Аланью, и по этой дороге вы едете из аэропорта в ваш дом или в отель, который располагается в Аланье. И, конечно же, на этой дороге, на побережье расположено большое-большое количество отелей. Сейчас мы проезжаем район Афсалар. Это также один из микрорайонов Аланьи. И когда вы выбираете отель, смотрите обязательно на карте, где будет расположен ваш отель. Какой там пляж, какая инфраструктура, ну и, конечно же, что находится рядом, какие магазины, рестораны и так далее. Все, что необходимо вам в соответствии с членами вашей семьи, если у вас детки, то смотрите, есть ли там парки и так далее. А эта дорога из Аланьи до Анталии занимает порядка 2 часов, и расстояние составляет около 140 километров. Поэтому, когда вы едете на машине, это примерно 2 часа. Когда вы на трансфере, это тоже около 2, ну, может быть, если это отельный трансфер, около 3 часов, не больше. И пока мы едем с вами до нашей следующей остановки, я думаю, что это будет также какое-то кафе или заправка, я расскажу вам о том, второй пункт очень важный, о котором все спрашивают, о транспорте в Турции. Какой транспорт существует, каким транспортом стоит пользоваться, каким транспортом пользоваться не стоит, в каком состоянии этот транспорт, качественный ли там сервис и так далее. В Турции большое количество разнообразного общественного транспорта, которым вы можете смело пользоваться. Конечно же, личный транспорт – это машины, которые вы также можете взять в аренду, когда находитесь здесь, и путешествовать по ближайшим районам или по стране. Ну и, конечно же, такой общественный транспорт, как самолет, автобус, трамвай, пароход, такси и так далее. Ну и, конечно же, метро в больших городах, таких как, например, Стамбул. Поэтому, когда вы отправляетесь в путешествие по Турции, если это не машина, которую вы берете в аренду, то смело можете рассчитывать на то, что общественный транспорт в Турции очень комфортабельный, качественный, чистый, новый, как межгородские автобусы, так и автобусы, которые ходят по городам, ну и, конечно же, самолеты, трамваи, поезда и так далее. О каждом из этих видов транспорта и особенностях я вам расскажу чуть позже. Как я уже сказала, общественный транспорт в Турции и качество дорог в Турции очень хорошее, высокое, поэтому смело можете покупать билет на автобус или брать машину в аренду и путешествовать по стране. И вот мы сейчас, например, едем из Аланьи в Анталию, и я всегда замечаю то, что качество дорог просто потрясающее, и вы не ощущаете, что вы на чем-то едете, такое ощущение, что вы плавно-плавно летите по дороге. Поэтому, друзья, не бойтесь пользоваться общественным транспортом. И, конечно же, все самые главные и важные ссылки в описании к этому видео. Многие из вас всегда задают вопросы по поводу температуры воздуха, воды, в общем, по поводу погоды.
Как вы видите, сейчас у нас февраль, погода достаточно пасмурная, противоречивая, может быть солнце, потом дождь, ветер, опять солнце и так далее. Поэтому, друзья, не забывайте заходить в описание ко всем моим видео. В описании есть очень много полезных ссылок. Самое главное – это ссылки на температуру воды и воздуха в разных регионах Турции от Метеорологического института Турции. Также есть ссылки на бронирование туров в Турцию. И, друзья, при заказе тура по моему промокоду от 40 тысяч рублей каждый из вас получит скидку 500 рублей. Поэтому заходите в описание к видео, там есть ссылка и промокод. Ну и, конечно же, пишите ваши впечатления, пользовались ли вы сайтом по бронированию туром. Как вам сервис, нравятся ли вам туры, которые они предлагают, есть ли туры из вашего города или нет. Обязательно заходите и, пожалуйста, пишите ваши отзывы. Ну и, конечно же, есть ссылки по поводу бронирования билетов на самолет и по поводу бронирования отеля. Поэтому заходите, смотрите, пользуйтесь и выбирайте самый лучший вариант. Ну и, конечно же, все самые главные ссылки по поводу транспорта в Турции, где купить билет, где находится автовокзал, самолеты, автобусы и так далее. Все эти ссылки также есть в описании ко всем моим видео. Сейчас мы с вами находимся в Манавгате. Манавгат находится прямо посередине между Аланией и Анталией. Это достаточно большой район, и это также туристический район. И сейчас мы находимся на одной из самых оживленных улиц. И как видите, здесь также, как я вам говорила и в других видео, есть много различных магазинов, отелей, ресторанов, возможности для шопинга. Поэтому Манавгат также является очень популярным местом для летнего отдыха. И из Манавгата, если вы, например, отдыхаете в Манавгате, ну или в каком-то другом районе Алании или Анталии, вы совершенно свободно на общественном транспорте, на автобусе, вы можете добраться до близлежащего района или до любого другого города в Турции и даже уехать за границу. В Манавгате, если говорить о Манавгате и, кстати, также в Алании, есть два вокзала. В принципе, во всех турецких городах, если они не очень большие, есть два автовокзала. Первый автовокзал, с которого вы можете уехать в любой город Турции, и автовокзал чуть поменьше, с которого вы сможете уехать в близлежащие районы. Сейчас на один из таких автовокзалов мы с вами отправимся. Ну и, конечно же, я хочу развеять одно из самых больших предубеждений о ценах на билеты на самолеты по Турции. Если вы, например, из Алании хотите улететь в Стамбул, например, вы приезжаете сюда на отдых, или вы здесь живете какое-то долгое время или постоянно, то самолет из Алании до Стамбула стоит примерно столько же, сколько и автобус. Чтобы купить дешевый билет на самолет, его нужно покупать чуть заранее, за 2-3 месяца. Но, например, в прошлый раз я улетела в Стамбул всего за 140 лир. А если покупать еще раньше, еще заранее, потому что я покупала на самом деле, ну, где-то за неделю, то билет будет стоить намного-намного дешевле. Поэтому, если вы хотите отправиться в Стамбул или в Анкару из Алании и думаете о том, на чем поехать, обязательно бронируйте билеты на самолет заранее, потому что на автобусе ехать 12 часов, а на самолете всего час. И цена примерно одинаковая. Вам это сэкономит очень много времени, ну и, конечно же, это намного комфортнее. Поэтому, друзья, всегда смотрите билеты на самолет. И из Алании, из Анталии, из каких-то других городов в Турции также билеты на самолет по стране достаточно дешевые. Поэтому избавляйтесь от этого стереотипа о том, что билеты на внутренние перелеты дорогие, и пользуйтесь этими внутренними перелетами, когда вы путешествуете по Турции. Как я вам ранее и говорила, в принципе, во всех городах Турции есть два автовокзала. Первое
автовокзал, с которого вы можете уехать в какие-то дальние регионы страны, и небольшой автовокзал, с которого вы можете уехать в близлежащий район. Сейчас мы находимся в Манавгате, но в Алании также есть два автовокзала. Первый автовокзал, так называемый Отогар, который находится на выезде из города, и маленький автовокзальчик, с которого вы также можете приехать в Манавгат, находится в самом центре Алании на Джума-Пазары. В описании к видео смотрите обязательно все ссылки на карту, на место расположения автовокзала в Алании. Так вот, вот с такого маленького автовокзала на примере Манавгата вы можете уехать в близлежащие районы. Например, в Сиде, если вы хотите отправиться в Сиде, то из Алании вы приезжаете сюда и отсюда отправляетесь в Сиде. Также с этого автовокзала автобусы ходят до всех достопримечательностей Манавгата, таких как, например, водопад. Ну и, конечно же, с этого автовокзала вы можете уехать в любую часть города. Автобусы, как вы видите, небольшие, очень комфортные. Цена от Алани до Манавгата примерно 11 лир. И если говорить о том, как добраться до автовокзала, например, до автовокзала, который совершает межгородские перевозки, или вот до такого маленького автовокзала. Обычно до таких автовокзалов, до любых автовокзалов во всех городах Турции ходит общественный городской транспорт. Если мы говорим об Алании, то до автовокзала в Алании вы можете доехать на автобусе 1, 101, 2 и так далее. Если говорить об автовокзальчике в центре, то тоже можете дойти до него пешком или доехать. Если говорить о больших городах, например, таких как Стамбул, то вы можете доехать на трамвай, на метро. Если говорить, например, об Эскишехире, вы можете доехать на трамвай. То есть до всех автовокзалов входит общественный транспорт. Если вас что-то смущает или вы как-то сомневаетесь, сможете ли вы добраться до автовокзала, то спрашивайте у людей, я думаю, что вам все помогут, либо узнавайте в интернете, в Фейсбуке, ну и, конечно же, можете написать мне на мой номер на WhatsApp. Для того, чтобы путешествовать по Турции, также вы можете взять машину на прокат. В описании к моему видео смотрите ссылку. Ну и, конечно же, в каждом городе или районе Турции есть агентство по прокату автомобилей и мотоциклов. Поэтому также обойдите несколько или позвоните, напишите в несколько агентств, сравните цены, сравните модели машин, которая подойдет вам для вашей поездки. Ну и, конечно же, уже арендуйте и путешествуйте по Турции. Если говорить о качестве дорог в Турции, то качество дорог в Турции очень-очень хорошее. Это касается и шоссе, которые соединяют города, это касается и дорог непосредственно в городах или в каких-то небольших поселках. Поэтому на машине путешествовать по Турции одно удовольствие. Türkiye'de yollar genelde şehirler arası yollar özellikle genelde çok iyi. Çünkü son zamanlarda yani geçtiğimiz 10 yılda çok fazla yol yapıldı. Büyük duble yollar yapıldı. Şehir içi yollar yeni yerleşmelerde yani şehrin genişlediğini düşün. Yeni açılan, imar açılan yerlerde yollar çok iyi. Ama böyle eski gibi, işte Manavgat'ın burası merkezi ama çok eski bir merkez burası, 60 yıl önce. Yollar biraz dar. Alanya'da da bari dar olan yollar var ama çok geniş yollar da var. Поэтому, друзья, для путешествий по Турции на машине вы свободно можете арендовать машину. И то, что касается дорог, они хорошего качества. Ну и, конечно же, везде есть указатели. И не забывайте пользоваться картой Google, составлять маршруты. Мы, когда путешествуем по каким-то незнакомым местам, мы всегда пользуемся картой. И я вам могу гарантировать, что вы точно не заблудитесь. Но если где-то заблудитесь, спокойно останавливайтесь, находите ближайшее кафе или магазин и спрашивайте у местных жителей, как вам проехать туда, куда вам нужно.
выехали из Манавгата в сторону Анталии, и начался очень-очень сильный дождь, как вы видите. Хотя по прогнозу погоды в Манавгате обещали просто пасмурную погоду и никакого дождя. А погода, как я уже говорила, зимой настолько непредсказуемая, что начался вот такой вот сильный дождь. И я не удивлюсь, что через несколько километров от дождя не останется и следа, потому что я вижу, просвечивает голубое небо. Над Манавгатом висят вот такие вот грозовые тучи. Проехали мы не больше 10 километров, и, как вы видите, от дождя не осталось и следа, хотя совершенно точно, совсем недавно он здесь был, и мы видим голубое небо и солнце. Вот такая вот она погода зимой на Анталийском побережье, совершенно непредсказуемая. Последняя остановка перед тем, как мы приедем в точку нашего назначения в Анталии. И как вы видите, друзья, солнце светит очень ярко. И на самом деле в куртке мне уже жарко. И если бы я была только в рубашке, я бы не замерзла. Поэтому погода очень-очень разнообразная. Но и поскольку мы с вами находимся совсем недалеко от аэропорта, видите, как здесь шумно, просто невероятно. Но это и есть самый настоящий колорит Турции. Поэтому мы с вами сейчас находимся недалеко от аэропорта. То, что местные перелеты в Турции недорогие, вы уже знаете. Ну, а как доехать до аэропорта или от аэропорта, я вам расскажу. Есть три варианта. Это, конечно, частный транспорт. Точнее, четыре варианта. Своя машина или машина в аренду, такси, частный трансфер или трансфер от аэропорта. Поэтому, когда вы приезжаете в какой-то аэропорт, обязательно смотрите, есть ли там общественный транспорт. Например, в новом аэропорте Стамбула система очень-очень хорошо устроена, и в любую точку города вы можете уехать на общественном транспорте. То же самое в аэропорту Гази-Паша в Алании. Из Гази-Паши вы можете уехать на общественном транспорте, но из аэропорта в Анталии общественного трансфера нет. Поэтому из аэропорта в Анталии можно уехать только на такси, на своей машине или на частном трансфере. Поэтому смотрите, в какой аэропорт вы прилетаете, и смотрите все варианты. Но существует такое мнение, что на общественном транспорте до аэропорта Анталии доехать очень просто. На самом деле это не так. Трансфер стоит 55 лир из Алании в аэропорт Анталии. И если вы поедете на общественном транспорте, делать это вы сможете только с пересадками. Поэтому все, что касается из Алании в Анталию или из Анталии в Аланию, едьте на трансфере. Не забивайте себе голову общественным транспортом. Ну а из Гази-Паши в Алании вы можете ехать на общественном трансфере Хаваш, если вы прилетаете местными авиалиниями, или также на частном трансфере, который стоит около 35 лир. Поэтому пользуйтесь трансферами, они недорогие и очень-очень удобные. До Анталии осталось около 20 километров, и мы сейчас подъезжаем к территории Экспо. Экспо в Анталии проходила в 2016 году, и вот эта вот знаменитая башня являлась символом Экспо, смотровая площадка.
К сожалению, территория Экспо была запущена, и сейчас, в прошлом году, планировали открыть и музеи, и парки, и делать различные мероприятия на этой площадке, но на данный момент пока здесь, к сожалению, к большому сожалению, ничего не происходит. Если авиасообщение и автобусное сообщение в Турции развито очень хорошо, то есть практически из любого города в любой город страны вы можете добраться на самолете и, ну, и на автобусе, конечно же, на самолете из крупных городов, ну а на автобусе из любой точки страны в совершенно любую точку страны вы можете добраться, то железнодорожное сообщение, а точнее скоростное железнодорожное сообщение в Турции сейчас развивается очень быстрыми темпами. И, например, из Алании, из Анталии на поезде доехать никуда невозможно, потому что здесь нет ветки. Ветку сюда обещают притянуть скоростного железнодорожного сообщения к 2023-2025 году. А вот, например, из Конии, которая находится в 4 часах езды от Алании, на скоростном поезде можно доехать до Стамбула, ну, естественно, из Кишихира, Анкары, а из Стамбула можно добраться даже до Измира. В прошлом году скоростное железнодорожное сообщение было открыто между Стамбулом и Измиром. Так вот, если вы хотите быстро добраться до Стамбула наземным способом, то если на автобусе ехать 12 часов, то вы не хотите, но также не хотите лететь на самолете, вы можете доехать, например, до Кони на автобусе и из Кони на скоростном поезде. Вся эта система развита очень хорошо, и приобретая билет на автобус, вы также можете приобрести билет на скоростной поезд в Алании. Поэтому обязательно пользуйтесь поездами в Турции, ну и, конечно же, знаменитыми поездами, которые из Анкары идут в Карс. Это Восточный экспресс, которые идут в Диярбакыр и по другим направлениям. Это невероятное приключение, ну и скоростные поезда я советую всем. В описании к видео смотрите обязательно ссылку на сайт, где можно бронировать билеты, и путешествуйте на поездах по Турции и, конечно же, на скоростных поездах. Они супер комфортабельные, супер скоростные, ну, в общем, очень-очень быстрые. На моем канале очень много видео о железнодорожном сообщении в Турции, о скоростных поездах, поэтому смотрите и также избавляйтесь от многих-многих стереотипов о Турции, о том, что здесь есть только море, солнце и пляж. Нет, на самом деле здесь очень много всего интересного, комфортного, суперскоростного и современного, то, что касается транспорта. И вот так вот быстро, друзья, мы перенеслись с вами в Аланию. И, конечно же, существует еще один вид транспорта, полуобщественный, полуиндивидуальный, можно его так назвать, это такси. В Алании такси, станции такси расположены практически в каждом квартале, и такси вызвать очень просто. Поэтому, если вам нужно куда-то поехать на такси, обязательно обращайте внимание на то, включил ли таксист таксометр. И в соответствии с ценой за километр, и в соответствии с посадочной ценой, вы можете рассчитать, сколько примерно будет стоить ваша поездка. Например, если ехать из аэропорта в Аланию, поездка стоит порядка 140 лир, по-моему, из Махмутлара. Ну, эти цены также есть у всех станций такси. А если рядом нет станции такси, то обязательно обращайте внимание на волшебную кнопку. На вот эту вот волшебную кнопку. Такие кнопки расположены обычно на столбах и деревьях. Они есть также практически в каждом районе. И нажав на эту кнопку, после того, как вы нажмете на эту кнопку, такси приедет, ну, в течение, наверное, 5-10 минут максимум. Поэтому смело нажимайте и отправляйтесь туда, куда вам необходимо. Конечно же, у многих из вас также возникает вопрос, как оплачивать, чем оплачивать проезд в автобусах. Так вот, в автобусах, на которых есть вот такие вот номера, вы можете оплачивать вот такой вот карточкой. Вот эту вот карточку можно приобрести в Алании, стоит она, по-моему, 5 лир.
И на эту карту можно класть деньги и оплачивать этой картой проезд в автобус. Кстати, такие карты есть в очень многих городах, ну, во всех городах Турции, например, в Анталье, в Стамбуле. И вот эта вот карточка Аланийская, ей вы можете оплачивать проезд на городских автобусах. По поводу транспорта в Алании будет отдельное видео. И если вы выезжаете, например, за пределы Алании, на автобусе, на котором нет номера, обычно в этом автобусе нужно платить наличными деньгами. Это автобусы, которые идут в различные микрорайоны Алании, например, такие как Конаклы и так далее. Поэтому обязательно берите с собой мелкие деньги. Если у вас есть какая-то валюта, меняйте ее обязательно на лиры и оплачивайте проезд лирами. Если вам необходимо приобрести вот эту вот карту, то в описании к этому видео я оставлю ссылку на адреса, на фотографию, на которой есть адреса, где приобрести вот такую вот карту. По этой карте ездить намного выгоднее, можно сэкономить немного денег. И последний и самый важный пункт, о котором я вам хочу рассказать, это то, что билеты на, конечно же, самолет, автобус и поезда, все их можно приобрести онлайн. Но билеты на какие автобусы? На межгородские автобусы. Например, если вы едете из Алании в Анталию, если вы едете из Алании в Стамбул, то билеты вы можете приобрести на сайте. В описании к этому видео я оставлю все необходимые ссылки, по которым вы можете посмотреть цены и приобрести билет. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте о том, что компания TravelAta дарит вам 500 рублей скидки при приобретении тура в Турцию или в любой другой регион мира, в любую другую страну при покупке тура от 40 тысяч рублей. Поэтому пользуйтесь скидками, экономьте и, конечно же, приезжайте в Турцию. Я надеюсь, что эта информация вам была полезна. Я с вами прощаюсь. И приезжайте в Аланию, в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока.